Добрый вечер. Подведение итогов грандиозного проекта «Волок». «Волок. Открываем Россию заново». Почти месяц экспедиция идет по стране. Пройдено порядка 8000 километров. Есть потери, есть открытия. Но в итоге, конечно, Россия открыта заново. Сейчас мы как раз пытаемся дозвониться до Алексея Мочалова, организатора, автора идеи, вдохновителя и командора этого грандиозного пробега, которое, не совсем ралли, хотя Леша всегда говорит, что это просто этнографическое путешествие. Леша, привет. Да, привет, всем привет. Да, у нас всего лишь путешествие, хотя темп, конечно, периодически похож на шелковый путь, на Париж-Дакар вместе взятые, правда... С одной лишь поправкой, то, что мы ни за кем не гонимся, ни от кого не убегаем. Соответственно, у нас нет ни победивших, ни побежденных. Самое главное – это доехать до Новороссийска 9 мая и пришли под праздничный салют. А, соответственно, стартовали мы месяц назад из заполярного города Нарьян-Мар, прошли по тундре, потом пересекли Кировскую тайгу. И, соответственно, наше вот повествование в прошлый раз мы закончили где-то в районе Башкирии. Там же нас встретила весна, весенняя распутица и все, что с этим связано. Соответственно, наш внедорожный автопробег таким образом стал совершенно внедорожным, потому что в это время года ездить можно только по асфальту, а как только съезжаешь куда-либо на грунт, соответственно, сразу же происходят все возможные приключения, о которых знали и французы, и немцы, которые пытались завоевать нашу страну, и у них ничего не получилось. Вот, соответственно, так как наши маршруты пролегают между достопримечательностями по самым коротким путям, это налагает свои отпечатки и на дорогах, которые мы выбираем. Соответственно, чаще всего это или грунтовые, или совсем сельские дороги, которые весной становятся похожи на нечто непроходимое. Вот, соответственно, хватанули лихо все и столкнулись, причем не только с непроходимыми дебрями, но и с достаточно недружелюбным населением, потому что именно в этот период начинается охотничий сезон, охотники дружными командами выезжают с ружьями в лес. Сами понимают, чаще всего охотники не очень трезвые, и, соответственно, когда они встречают в лесу внедорожник, они почему-то сразу считают, что это поехали либо конкуренты, либо браконьеры, либо еще кто-нибудь. Поэтому у нас вот было несколько стычек с местными охотниками, причем мы им не мешали охотиться, но совершенно нетрезвые люди с оружием останавливали наши машины и задавали всякие специфические вопросы, которые без переводчика с охотничьего языка на русский поймет не каждый. Например, что взял. Я, например, раза 3-4 переспросил, что они понимают под этим словом, но потом я лишь догадался, что это на охотничьем языке имеется в виду, кого подстрелили. Вот. Но, к счастью, среди нас охотников нету, оружия мы не возим, максимум фотоаппараты. Ну и, соответственно, фотосессии удались, потому что видели и косуль, и огромное количество зайцев, лис, а уж птицы даже не счесть. И журавли, и тетерева, и рябчики, и все что угодно. Поэтому мы стараемся любоваться всей вот этой фауной, а не стрелять ее. Тем более то, что в наше время это не является единственным источником для пропитания. Все-таки продукты продаются в магазинах, на них можно заработать. Вот, а звери пусть бегают. На Урале мы прекраснейшим образом отдохнули на горнолыжном центре Евразии. Вы сами понимаете, сейчас не сезон, поэтому все горнолыжные курорты стоят пустые, соответственно, и цены достаточно низкие, а инфраструктура все-таки развита, потому что горнолыжники народ требовательный. Поэтому мой вам совет, если вы будете ехать через Урал летом, обязательно заезжайте на какой-нибудь горнолыжный курорт. Это будет гораздо дешевле, нежели переночевать в гостинице, например, в Златоусте. Второй совет, если у вас все-таки внедорожник, а не легковая машина, и вы соберетесь когда-либо за Урал по трассе М5,
ни в коем случае не пересекайте Урал именно по этой дороге. Есть огромное количество разных дублеров, особенно севернее, по которым можно с той или иной эффективностью при наличии нормального навигатора и хороших карт двигаться вдоль трассы и не стоять в этих бесконечных пробках из дальнобойных грузовиков, которые мало того, что сами не едут, так еще и доблестные сотрудники ДПС устраивают искусственные пробки для того, чтобы штрафовать тех, кто начинает их обижать по встречной полосе. Именно такую псевдозасаду мы встретили на мосту через речку Сим. Там была искусственно созданная поломка тягача с машинами, которые якобы их перевозят куда-то. Буквально в 500 метрах стоял сотрудник ДПС на патрульном автомобиле и стриг всех, кто пытался объехать эту пробку, а пробка совершенно немалая, километров 15 вытянулась со стороны Уфы в сторону Челябинска. Сами понимаете, нервы не у всех железные, народ все пытается как-то пройти ее по встречной полосе. И мы сейчас весна, сами понимаете, с разметкой все плохо, знаки стоят по правой стороне, соответственно, скрыты грузовиками, и водитель считает, что он ничего не нарушает. Ну, естественно, знаки там какие-то есть, естественно, гаишники знают, где стоять, и поэтому лишиться прав огромная вероятность, если вы попали в подобный столб. Поэтому рейд, он именно и внедорожный, потому что мы стараемся миновать подобные истории и двигаться через всяческие малые города и деревни. Тем более, что там встречается огромное количество примечательностей. Мы, например, в одном из сел нашли старый деревянный храм, что на Урале вообще просто огромная редкость. Вот, проехали через несколько мавзолеев, самый известный из них Хусейн Бека и Тарухана. Это еще до монгольской эпохи мавзолеев, их сохранилось всего несколько, самый ближний к Москве находится в Касиме. В общем, достаточно знаковые достопримечательности, о которых знает достаточно небольшое количество людей. Вот, и в общем, вместе с весной к нам, кстати, пришли и клещи. Это напасть, которая в последнее время встречается уже практически везде, начиная с крайнего севера и до Кавказа. И именно в Башкирии самая огромная, наверное, вспышка клещей за последние вот годы, которые мы наблюдали, их много, приходится пользоваться репеллентами, причем репелленты приходится использовать совершенно даже не иностранные, а отечественные, которые разработала наша военная промышленность на основе рифтамида. Это совершенно не реклама, обязательно запишите, потому что никакие импортные разрекламированные средства от клещей не работают. И, значит, на эту мы закрыли маршрутную часть, проходящую вдоль Урала, ушли в Казахстан. Причем в Казахстане нас очень сильно ждали, несмотря на то, что нашего пробега открываем Россию заново. Мы даже подозревали, что будут какие-нибудь непонимания на эту тему. Как же так? Вы вроде как Россию открываете, а едете в сопредельное государство. Вот. В этом, на самом деле, нет никакого противоречия, потому что, как известно, Казахстан стал сопредельным государством буквально 20 лет назад. И то, по сути, случайно, потому что этой поры сейчас дорожит Казахстан, это было завоевано русскими руками, русскими солдатами, казаками и так далее. И, соответственно, мы двигались вдоль реки Урал, которая тоже старая древняя речка, еще известная со времен Пугачевского восстания, называлась она раньше Яик. Соответственно, город Уральск это был яицкий городок. И только для того, чтобы стереть из памяти восстание Пугачева, царское правительство решило переименовать город в Ураль. Поэтому, в общем, земли эти исконно русские, я бы так сказал. И то, что они сейчас приезжают в Казахстан, это, в общем-то, досадная случайность, а может быть, и не досадная, может быть,
именно это и даст возможность процветания этой земле, потому что дороги сейчас там строятся так, как у нас не строятся. Совершенно прекрасная автомагистраль была построена за несколько лет. Сперва от Уральска до Атырау, потом от Атырау до поселка Кульсары, потом от Опорного до Беймел. Я помню, еще лет 8-9 назад этот путь занимал 2-3 дня, причем на внедорожнике. Сейчас это расстояние в 800 километров можно покрыть с совершенно фантастической скоростью часов за 6-7. При всем при этом дорожной полиции мало, контроль за скоростью практически отсутствует. На загородных трассах в Казахстане разрешенная скорость 110 км в час. Леш, мы сейчас прервемся на новости, а ты оставайся на связи. Редкий момент, когда у меня есть возможность быть завороженным слушателем. Леша, эстафетная палочка в твоих руках, так же, как и микрофон. Ага, хорошо, продолжаем. Значит, речь шла о дорогах в Казахстане. На самом деле не нужно думать, что дороги в Казахстане хорошие, потому что те дороги, которые сейчас строят, их строят по очень высоким стандартам, и их не приходится ремонтировать, перекладывать два раза в год, как это происходит в России. Соответственно, дороги, которые были построены 8 лет назад, они, конечно, их периодически ремонтируют, но следы ремонта очень редки, и мы можем только позавидовать столь прочному дорожному покрытию, как делают в Казахстане. Причем, как я понимаю, это делают не казахи, они нанимают иностранные компании для того, чтобы те строили дорожную сеть. Значит, опять же, об интересном, о штрафах, которые можно заработать, если сильно разогнаться. Сами понимаете, по хорошим дорогам очень сложно не превысить скорость, тут уже вот нам завидовать особо ничему не приходится. То есть штрафов в Казахстане выше, чем в России. Соответственно, если вы превысили скорость от 20 до 40 км в час, то штраф это 3150 рублей, соответственно, в районе 100 долларов. Если от 40 и выше, это уже 4725 рублей, соответственно, это уже 150 долларов. Вот. Если повторно нарушили скорость в течение года, заметьте, у нас некоторые люди нарушают скоростной режим в день по несколько раз, то штраф уже выше 6300, то есть 200 долларов. При том, что уровень жизни и зарплат в Казахстане гораздо ниже, чем в России, то можете себе представить, к чему это приводит. Естественно, местные жители практически не нарушают скоростной режим, ездят весьма спокойно. Но, правда, не сильно культурно, поэтому они могут и поворачивать без поворотников, и, в общем, бедокурить как только могут. При всем при этом, если и, опять же, положительные черты казахстанских правил дорожного движения, например, за обгон через сплошную, если это произошло первый раз в течение года, лишение прав не следует. За это следует достаточно скромный штраф в все те же 4725 рублей, то есть 150 долларов США. И только если вы второй раз в течение года попали за встречку, тогда лишают уже безапелляционно на 6 месяцев. Причем никакой вилки нет, ни 4-6, ни 3-6, все четко на 6 месяцев по решению суда. Вот, значит, поэтому можно сказать, что, по крайней мере, карательная функция правил дорожного движения в Казахстане более человечна и более продумана, нежели в нашей прекрасной Российской Федерации. Вот, а о том, какие преобладают дороги в Казахстане, можно увидеть, если пройти маршрут от поселка Беймел до прекрасного города Сада Атыраус. Эта дорога как, скажем, памятник тому, какие были дороги в Казахстане раньше и по сути до сих пор преобладают в центральных районах. Какие-то жалкие 300 километров проходят за 6-7 часов, причем по основному грейдеру ехать просто невозможно, потому что ямы в пол колеса, скорость 20-30 км в час, если долго по нему ехать, все резьбовые соединения у машины начинают разбираться, всяческие бардачки открываются и так далее. То есть, в общем, это сумасшедший костотряс. Поэтому все, включая дальнобойные фуры, идут просто по степи, поднимая за собой огромные тучи пыли. Ну, в общем, это выглядит как совершеннейший ад.
Причем, когда мы приехали в город Актау, который как раз совершенно не выглядит нищим городом, то есть средняя машин стоимостью на наши деньги в 3 миллиона рублей, то есть всяческих лонг-крузеров, Lexus и так далее, там огромное количество. Скажем так, больше, чем в Москве. И можете себе представить, как выглядит этот город. И, соответственно, когда мы спрашивали, а как же вы так живете, что у вас нет дороги, вы живете как на острове, они все улыбаются, говорят, ну, а нам, говорит, не надо, говорит, чтобы сюда лишние люди ездили. В общем, город совершенно богатый, живет нефтью, осетриной и прочими дорогостоящими, скажем так, предметами роскоши. И люди чувствуют себя там как Христа за пазухой. Это один из самых преуспевающих чистых городов в Казахстане. Вот, в нем побывать очень даже рекомендую. Несколько хороших курортов. Каспийское море, опять же, чистое. Даже сейчас мы уже купались, хотя бы это были первые майские праздники, сами понимаете, на нашем Черном море в это время купаться еще невозможно. А там уже 18 градусов тепла. Так что открывайте для себя новый курорт. Значит, вы выбирались, и мы уже оттуда достаточно нетривиальным путем. Мы как бы закольцевали единым маршрутом несколько ключевых достопримечательностей полуострова Мангышлак, на котором как раз находится город Актау. Он достопримечательности очень специфические, и я бы не могу назвать место на планете, где можно было бы это еще посмотреть. Так как через полуостров Мангышлак проходил Великий Шелковый путь, на нем осталось много памятников той эпохи, старых некрополей, мавзолеев, подземных мечетей, пещерных, что само по себе очень удивительно. Сами представьте, если вы едете просто по степи, перед вами обрыв, в этом обрыве вы видите настоящие кельи, заходите, а внутри резные колонны на белоснежных меловых стенах, оставлены, видимо, паломниками какие-то арабские цитаты, наверное, из Корана. Мы можем только предполагать, что это такое, потому что людей там нет. Вам ничего не мешает, не будучи мусульманином, зайти в такую мечеть, потому что смотрителей нет. То есть это просто пустыня, это не пустыня, находится мечеть. Вот. Но, правда, не все здесь такие брошенные. Например, мечеть Бекет-Ата. Это самая такая знаковая мечеть полуострова Мангышлак. Там даже есть вертолетная площадка, и в последние несколько лет туда пробили грейдерную дорогу. Хотя я помню времена, когда и туда нужно было ехать просто по пустыне, на что решалось очень мало кто, и ходили такие внедорожные маршрутки. То есть это наши отечественные УАЗики, буханки, в которые набивалось там по 8, по 10 паломников. И со страшной скоростью эти маршрутки шарашили по пустыне, поднимая просто столбы пыли, и совершали таким образом паломнические туры. Сейчас же все облагородилось, есть даже что-то типа трапезных палат, то есть можно прийти, там покушать, попить чайку, поговорить с местными монахами, они могут спуститься с тобой по очень длинной лестнице в сам пещерный монастырь, показать, рассказать. И все очень по-доброму и миролюбиво. Это, кстати говоря, именно там мы встретили наших же российских велосипедистов, велотуристов, у одного из которых случился тепловой удар, и его пришлось нам же эвакуировать, потому что, сами понимаете, в пустыне есть пустыня, наличие одного грейдерного подъезда не говорит о том, что оттуда можно быстро кого-то вывезти. Ну, соответственно, вот мы его и выводили. Погрузили велосипед на верхний багажник, парнишку посадили в машину и сперва довезли до Бенеу, а потом выяснилось, что он настолько слаб, что его надо все-таки вывозить в Россию. Мы, соответственно, его прокатили до Астрахани, где и передали в руки медикам, потому что пострадало его здоровье достаточно сильно. Вы не удивляетесь, потому что это все-таки гораздо южнее, чем центральная Россия, и в районе Первомайских праздников там был уже глубоко за 30 градусов по Цельсию, и поэтому для велосипедиста, который
привык ездить по нашим лесам и болотам, где средняя температура 15-20 градусов, естественно, такая нагрузка под палящим солнцем, она не является типичной. Значит, кстати говоря, пару слов хочется сказать о границе между Казахстаном и Россией в районе Астрахани. Железный погранпереход, идет сумасшедший трафик гастарбайтеров, туда подъезжают несметное количество маршруток, Белмекси, в каждую машину набито количество, набито людей гораздо больше, чем посадочных мест. То есть мы смеялись, но из Белмекси совершенно на полном серьезе вылезало по 8, по 9 человек, а из Газели вылезало больше 20 человек. Сами понимаете, никакой безопасности речи нет. При всем при этом переезд через границу, ну, по таким, по совершенно неофициальным данным, водитель получает по 1000 рублей за одного узбека или таджика. В общем, коррупция там, конечно, процветает, поэтому такие, как мы, российские путешественники, там были совершенно неинтересны. Нас пропустили мимо очереди, по-быстрому мы оформились, проехали в России. Ну и, в общем, дальше, так как степями у нас уже было не удивить, астраханские, калмыцкие степи мы исследовали в предыдущие годы, потому что экспедиция «Волок», она существует уже 6 лет, и каждый год мы проходим новый маршрут. Поэтому в этом году мы решили не заострять внимание на наших отечественных степях, а что заехали в город Элистад, потому что нас там очень ждали. Приехало достаточно большое количество и молодежи, и наших старых знакомых, потому что через Элисту мы уже ходим не первый раз. Опять же, посетили центральный Хуру. Это же единственная республика, которая является очагом буддизма в Европе. Поэтому, опять же, посетить Элисту будет очень экзотично и приятно любому человеку, который живет даже в соседних городах, там, в Волгограде, в Ростове-на-Дону или в Астрахани. Это совершенно иной город с иными людьми, с иными традициями и совершенно необычной архитектурой. Поэтому проект «Мимо Элисты» мы просто никак не могли. И дальнейшая наша точка интереса стала Кисловодск, место, где отдыхали с древнейших времен там, дворяне, известные всякие художники, писатели и так далее. Но у нас был интерес немножко более, скажем, такой обширный. Мы хотели попасть в урочище Джилусу. Это высокогорное урочище, которое находится в Прилебрусе, практически у его подножия. И для того, чтобы разведать туда путь, пользуясь свободным временем днем, когда все остальные участники чинились, я, соответственно, отправился прокатать туда дорогу, потому что нам же не интересно ехать основным путем, нам же нужно как-то красивее, как-то интереснее. Ну и, в общем, это закончилось достаточно закономерно. Практически у подножия Эльбруса я уже в темноте застрял. Ни сотовой связи там нету, и людей, в общем-то, тоже нету. Но, на мое счастье, далеко на горе светился огонек. Мне пришлось, соответственно, взять фонарик, пройти туда прогуляться. И оказалось, что это вагончик, в котором живут егеря. Егеря меня отвезли на высокую вершину, с которой чуть-чуть пробивался мегафон. И я известил таким образом участников о том, что завтра старт состоится не в Кисловодске, где мы остановились, а вот в этом самом урочище Джилусу. И мы с егерями провели незабываемую ночь, общаясь о охране природы, о том, как живет национальный парк, о том, сколько осталось туров в горах, какого размера горные волки и так далее. Это, как говорят, старый древний спор. Большая часть людей считает, что горный волк, он мельче, чем равнинный. А те, кто видел когда-либо горного волка, понимают, что это не так, потому что он размером с доброго ишака. Увы, Волок заканчивается, а у нас перерыв на новости. Вот так вот заканчивается Волок. Осталось ему всего один день. Завтра финиш в Новороссийске. Они подойдут вплотную к Черному морю, начав практически от Белого моря. И задача — отметить 9 мая, в том числе
знаменем, который они везут с собой. Это, конечно, не то самое знамя победы, это флаг, это всегда они флаг берут с собой обязательно и является конечной точкой и, в общем, целью маршрута приехать и отметить День Победы с таким взглядом в сторону союзников, в сторону Украины, там небольшой пролив, видно страну, которая тоже с нами воевала, будучи тогда союзной республикой. Волок — мероприятие ежегодное, 6 лет мероприятию, на будущий год тоже будет такая же экспедиция, она немножко видоизменится и станет еще масштабнее. Ну и по-прежнему остаются тренинги под названием «Волок выходного дня», и вот в мае «Волок выходного дня», несмотря на то, что, казалось бы, май — это месяц, затронутый большим волоком, будет «Волок выходного дня» в последнюю пару как раз выходных месяца мая. Завтра финиш, после чего неделя на то, чтобы прийти в себя, отдохнуть и вернуться в Москву, в другие города, откуда весь караван, и уже тихо вспоминать о том, как это было великолепно. Возвращаемся в Москву к нашим повседневным проблемам. Телефон 65-10-996. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Я вас всегда слышу, когда еду домой с работы на машине. А в данный момент еду пешком, потому что буквально 2 недели назад в меня въехал пьяный водитель. Ехал я домой от невесты после гулянок, можно сказать так вот. И через 2 полосы с правой стороны в меня пролетел пьяный парень за рулем. У него в крови оказалось 1,9 промилле. Ух ты! Вот. Он был не пристегнутый. Его увезли в Склиф. Подушки у него в машине не сработали. Был он на BMW 3 серии. В итоге у него перелом компрессионный позвоночника, какие-то ушибы, сотрясение мозга, сломанные ребра и все остальное. Я был пристегнутый, полностью подушки сработали, отделался легким испугом. Машина какая у вас была? У меня было Renault Velsatis. Ух ты. Ну, Velsatis, в общем, пробить довольно трудно. Его ну нужно... да, 2 тонны моего живого веса против его 1,1 тонны, на самом деле, сыграли большую роль, потому что у меня только повреждены силовые элементы, а у него просто машина в мясо, можно сказать. Ну, туда ему и дорога, конечно, не дай бог. А Velsatis, спасибо ему за то, что он вас спас. Большая крупная машина, мало кто знает, как выглядит Velsatis. Это представительский аппарат, он огромный совершенно, с, как правило, с двигателем V6, хотя иногда бывает... У меня, да, 3,5 литра как раз. Да, ну, нет, у вас, по идее, должен быть 3,0, но кто знает, может... Нет, там 3,5, у меня машина из Франции привезена была. Да, у нас всего их 1 штуку продали, очень долго гордились этой продажей. Вот, ну так и в чем события, как события развивались дальше, и в чем суть вашей проблемы? Вот, собственно говоря, что его увезли, меня отвезли на медосвидетельствование, у меня в крови было 0,2 промилле, в принципе, все было нормально. Уже теперь, в данный момент, идут небольшие деления со следователем, потому что, мне кажется... Какие-то проблемы возникают с его стороны, в связи с тем, что отец этого молодого человека, он бывший военный следователь, имеет, наверное, какие-то рычаги давления. Меня пару раз вызывали на допрос, прессовали, можно сказать, давили, то, что я как бы не был пристегнутый, может быть, это у меня в крови был алкоголь. Слава богу, кое-какие справки сохранились еще с медосвидетельствами. Так, Иван, вот сейчас к разговору подключился Виктор Николаевич Травин, один из самых компетентных специалистов, который часть вопроса он слышал, но я хочу, чтобы углубленно именно Виктор Николаевич ответил вам. Вить, ты с нами? Да, вечер добрый, коллеги, всем привет. Вот, представляешь, в Ивана на его Велсатисе влетела БМВ, 1,9 промилле было в крови у водителя, у непристегнутого. Теперь у Ивана начинаются проблемы, потому что ему тоже пытаются найти хоть какую-то вину, хотя бы непристегнутость. Иван, Виктор Николаевич вас слышит, поэтому обращайтесь к нему, а мы выходим, как слушатели, будем смотреть, как развиваются события. Конечно. Еще раз повторю ситуацию. Ехал я, собственно говоря, в Москву, не нарушая скоростного режима, ехал, наверное, 65, но в пределах погрешности спидометра. С правой полосы в мою левую вылетела БМВ, не справилась с управлением, со следами заноса, югом, всем остальным. Сначала врезалась в отбойник, а я его догнал в бок. В итоге мой оппонент по аварии попал в больницу, в Склиф. У него компрессионный перелом позвоночника, сломанные ребра, сотрясение мозга. Я отделался легким испугом, собственно, поехал на медосвидетельствование, потом поехал уже в ГАИ и оформлять протокол. Собственно говоря, что
когда я пришел уже на, к следователю, потому что инспектор сказал, что будет возбуждаться административное либо уголовное дело, он еще толком не знает об этом, меня начали, можно сказать, немножко прессовать в этом плане, что почему, может быть, это был не я пристегнутый, был ли я пьяным, документы тут по-другому написано, всячески коверкали мои данные, когда я ему пересказывал. В принципе, конечно, мне выдали на руки копию о дорожно-транспортном происшествии, что у меня написано, что я не нарушал никаких правил дорожного движения. Но сам факт того, что следователь общался со мной таким тоном, будто я был виновником аварии, и что, в принципе, мне сложно будет на что-либо рассчитывать, и, может, у меня заберут права, у меня было очень большим шоком, собственно говоря. Мне такое ощущение, что вас просто пугают, потому что у вас, кстати говоря, в машине были свидетели? Нет, свидетелей никаких не было. Это было 11 вечера, ехал домой от девушки, собственно, по пустынной дороге, которая новая развязка, Ногинск-Москва, Салтыковская улица. Вот. Скажите, а уголовное дело возбуждено просто по факту? Я не знаю, пока уголовного дела как такового, в принципе, кажется, не возбуждено, потому что есть только копия административного правонарушения, то есть возбуждено административное дело. Последствия пугают, что возможно будет и уголовное. Административное. То есть я так понимаю, что судебной экспертизы пока еще не было? Нет. Не было. То есть дело находится не у следователя, как вы сказали сначала, а все-таки у дознавателя в ГАИ или уже у следователя? Да, у дознавателя в ГАИ. Там написано, так, значит, у него, что он следователь. Значит, давайте, тогда давайте не будем путать и не будем сбивать наш слушатель с толку, потому что если вы говорите о следователе, значит, дело находится уже, это уголовное дело, значит, оно уже находится у следствия. Но, слава богу, пока, видимо, непонятно, как мы будем надеяться, что всего лишь административный, поэтому находится у дознавателя в ГАИ. Ну, это обыкновенный сотрудник ГАИ, только называющий себя дознавателем. А назначено ли проведение судебной экспертизы, которая поможет установить, какой вред здоровью был причинен? Ведь это важно. Если вред здоровья был причинен легкий или средней степени, тогда будет только административное дело. А если тяжелый вред, тогда нужно передавать следствие для возбуждения уголовного. Вот хочу понять, назначалось ли проведение медицинской экспертизы? Судя по всему, у нас Иван слетел в силу того, что у нас связь из 1G. Превратилась в 4G, у нас все-таки 4G, но у нас, несмотря на то, что Иван получил себе массу повреждений автомобиля, в отношении его здоровья угрозы никакой нет, а виновник, и Иван признан невиноватым в совершении ДТП, а виновник на БМВ признан виновным, то есть он официально считается виноватым в совершении ДТП. Опять-таки, если он считается виноватым со слов своего слушателя, если нет на руках никаких документов, подтверждающих, что на него вынесено постановление. А потом, я думаю, что вряд ли сейчас будет решаться вопрос о виновности или невиновности кого-либо из водителей до заключения судмедэкспертизы. Потому что пока не будет экспертизы, непонятно вообще в рамках какого кодекса рассматривать это дело, уголовного или административного. Поэтому пока мы только можем предполагать, что наш невиновен, судя по тому, что рассказывает. А вот как сможет это установить дознаватель и установит ли он это вообще? Вот это надо как-то вот подождать, не отрастить, пока судим. Да. Но Иванов сильно напрягла хамская манера поведения дознавателя. Ты знаешь, с этим бороться очень просто. Берется диктофон, диктофончик можно не выкладывать на стол, можно включить диктофончик в телефончике, можно положить в сумочку, можно в карманчик. Общаться предельно корректно, не провоцировать на грубый и хамский тон, а потом всю эту запись к нашему брату-журналисту, а мы уже найдем возможность рассказать и дать послушать стране, а? Как думаешь? Я думаю, что сможем, но в качестве успокоения для Ивана, Иван, из того, что вам попался обычный хам в погонах, не следует, что вас пытаются в чем-то обвинить. Это достаточно стандартная манера общения с людьми, потому что все-таки они главнее, а вы нет. Тем более здесь есть некоторая корпоративная солидарность, какой-то бывший военный следователь так или иначе причастен с той стороны, но всерьез это не является ни обвинением по отношению к вам, не является никакой даже угрозой следственным действиям. Тем более, что Иван, как лицо, которое вправе смотреть материалы дела, желательно, чтобы смотрела материалы дела и в определенный момент увидела, подтасовка есть или нет. Это процессуальное право Ивана.
Тут еще очень важно, Сережа, извините, что перебиваю тебя, тут прозвучала от Ивана такая мысль, что его обвиняют уже даже в том, что якобы он был не пристегнут ремнем безопасности, и это стоит причина следственной связи с ДТП. Это ересь полная, потому что не пристегнут ремень никак не может составить причину следственной связи с дорожно-транспортным происшествием. Если не установят, что был не пристегнут, ну, он на 500 рублей пусть его накажет. Но говорить о том, что был не пристегнут именно поэтому совершил ДТП, это, в общем, как не станешь мере лукавства. Поэтому не боимся никаких обвинений в том, что в тех нарушениях, которые не состоят причинно-следственной связи с ДТП. Да, и то, что в принципе в голосе следователя есть какая-то угроза, не нужно относить к себе. Он всегда такой, без относительно того, с кем он разговаривает. Он только с начальством ласковый. Это же все понятно. Это понятно. Ты посмотри на календарь. Середина, почти середина мая. Да? Через какие-то 2-3 недельки будет отпуск. К отпуску нужно копить деньги. Ну, поэтому вполне определенно и совершенно понятно, почему поведение следователя такое, а не другое. Где-то надо брать деньги к отпуску, а тут как раз подворачивается Иван, который в силу своей, может быть, неполной осведомленности о нормах права, сейчас обязательно перепугается, намочит штаны, да, денег. Вот как раз вот в этом причинно-следственной связи. Да, и тут самое главное, ведь у Ивана возникло ощущение, что он может быть в чем-то обвинен. На самом деле зацепок у дознавателя нету никаких, поэтому, в принципе, нету оснований для волнения. Но нужно быть бдительным, потому что мы не знаем, как выступает та сторона оппонирующая, которая, возможно, виновна, возможно, невиновна. И как лицо по процессуальным нормам, допущенное к тому, чтобы видеть, смотреть за документами, Иван, не отказывайте себе в этом праве. Если вы чувствуете, что у вас возникают какие-то проблемы, есть Виктор Николаевич Травин, раз, есть легальные адвокаты, услугами которых вы можете воспользоваться. Виктор Николаевич, спасибо вам. Вот это на самом деле та самая ситуация, когда как хорошо, что среди нас есть специалисты, способные более подробно утешить Ивана. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хотел поздравить вас с уже прошедшим праздником Днем Радио. А, вот, спасибо. Как радиоведущий, в принципе, мой любимый радиоведущий. Вот, я вас... Спасибо, мой любимый слушатель, да. Александр. Вот, и, естественно, хотел поздравить с наступающим 9 мая. Наш настоящий праздник. Один из немногих праздников, который у нас не удалось извратить, даже несмотря на наличие товарища Фурсенко. Да, да, да. Вот. И хотел бы вам задать такой вопрос. В последнее время в интернете достаточно часто сталкиваюсь с такими объявлениями, особенно на всяких скидочных сайтах, про какие-то чудо-таблетки, которые, значит, добавляются в топливо и которые помогают, значит, двигателю не так сильно изнашиваться. Угу. Это, Александр, это то же самое, что колгон. Если вы в колгон не кинете в стиральную машину, стиральная машина взорвется, разлетится, затопит соседей, а вы после этого всю жизнь будете инвалидом, не в состоянии постирать себе носовой платок. Это называется маркетинг. В переводе на простой русский язык – обычное вранье. То есть, ну, в этом вообще никакой правды нет, не стоит даже думать об этом. Это, у медиков это называется плацебо. То есть, если вы человек внушаемый, то любая добавка сразу резко вырастет крылья у вас за спиной, и ваша машина начнет летать так, как ей было не свойственно от рождения. Если вы человек невнушаемый, а прагматик подозрительный, то ничего не произойдет. Все эти таблетки мимо кассы. Перерыв на новости. Телефон члена экипажа Сергея Слоняна, 65-10-99-6. Елена на связи. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу и... И плачу. Честно говоря. Громче, да? И чуть не плачу. Дорогая передача, в понедельник чуть не плача. Нет, ну, конечно, есть повод поплакать. В частности, комментарий специалиста о том, что если... представитель власти, разбирающий дело гражданина, ему хамит, то это нормальное, естественное средство борьбы с этим, это только записать и предоставить журналистам эту информацию. Но это же неестественно, это совершенно неестественно. Человек на должности, представляет государство, ведет себя, как будто вот частным образом к нему обратились, и обратился какой-то ненравящийся ему товарищ. Есть же средства легальные, какой-то вот
борьбы с таким поведением. Например? Он ведет себя не так, как человек на должности должен вести. Но, Елен, ведь Травин Виктор Николаевич, председатель коллегии правовой защиты автовладельцев, это опытный человек. Он просто предлагает сразу действенный способ, когда нету прямой конфронтации. Ну, один хам, а второй гражданин. Гражданин оказывается человеком, который не идет на обострение конфликта, но тем не менее имеет шанс всегда выиграть. В том числе, потому что у него есть диктофон и некое управа. А вы предлагаете какой способ общения с инспектором, забывшим, что он слуга народа? Нет, ну, безусловно, тут же немедленно начинать кричать «я гражданин, у меня права» — это, ну, действительно достаточно бесполезно. Но и обращаться не к, как бы, естественным законным способом регулирования конфликта, а к регулированию через общественное мнение, которое является как бы другой формой давления, это тоже некорректно. Наверняка есть, ну, не знаю, когда приходишь в магазин, есть жалобная книга на стене висит, да, книга жалоб и предложений. Есть руководящие какие-то уровни над этим вот человеком, который ведет себя не так, как должен. Наверное, да, имеет смысл задействовать также и их. Это вопрос характера и опыта. Иван показал себя как человек довольно спокойный, мягкий и неконфликтный. Вы, судя по всему, относитесь к категории борцов, то есть те самые женщины русских в селениях, и вы можете вернуть в правовое поле в том числе инспектора. Я, например, тоже предпочитаю сразу обозначать позицию, и я любому инспектору моментально показываю, что со мной он будет в правовом поле, даже если не умеет, я его научу. Иван пошел по другому пути, и поэтому, уже слегка дрогнув в кабинете, он начал спрашивать, апеллируя к прессе и к журналистам, как ему быть дальше, получил в духе заданного вопроса вполне конкретную подсказку, хотя, конечно, и тот же самый Травин, и вы, и я поступили бы, конечно, по-другому. Ну, просто у нас с вами иной сценарий. Опять-таки, иной опыт и иной навык обламывания этих людей. Вот в чем интересна позиция Травина? Мы с вами, Елена, можем себе позволить нагнуть мента, а у Травина подсказка — разогнуть водителя. Ну, возможно, это, знаете, скорее к разговору о том, какими должны из себя выдавливать рабскую сущность. Вопрос стоит в том, что лично я себя выручу, да, я вот как бы тут пойду, нажалуюсь, и за меня вступится. Либо я данному конкретному нехорошему человеку, или человеку, который может быть хорош в чем-то, но повел себя как нехороший человек, напомню, что вообще-то он не прав. Елена. И только он об этом в курсе. То есть пока мы будем допускать вот это вот, и бороться не средствами, как бы напоминание о том, кто чье место занимает и кто чем должен заниматься, а средствами как бы альтернативного давления. Да, это, конечно, не бандитизм, но это давление внешнее, да, а не напоминание человеку о его прямых обязанностях. Да. Вот, как бы, видимо, в этом разница. Елена, вы абсолютно правильно ставите вопрос, потому что кто-то борец, и он все-таки больше прав, потому что он сразу обозначает позицию и заставляет систему возвращаться в прежнее русло. Есть люди, которые не борцы, они делают только свои первые шаги. И, конечно, ваша позиция, она честнее и правильнее, потому что постоянно пытаться кого-то привлечь на свою сторону, взять союзников, собраться толпой и только после этого давать отпор, это как раз доктрина нашей Красной Армии. Нам сначала всегда вламывают, а потом несколько лет, вот сейчас мы будем завтра праздновать этот момент, а потом мы начинаем собираться с сил. Да, это как вариант прямой конфронтации, когда могилы кругом, и мы до сих пор не знаем сколько, а вариант косвенной конфронтации на уровне гражданского общества, это мне все-таки смогли плюнуть в физиономию, а я после этого утерся, потом обиделся, потом подумал, потом прикинул, что мне делать, потом собрал толпу и после этого придумал, как мне ответить. Конечно, это вариант не бойца, но что хорошо, в подобной ситуации, ощутив, как нехорошо двигаются под ковром фигуры, человек понимает, сдаваться нельзя. Это первые шаги взросления и переход от подданного к гражданину. И сдается мне, Елена, что в вашей повседневной практике есть какие-то интересные победы, в том числе, когда вы вернули в правовое поле человека, представителя власти, пытавшегося оттуда выйти. Может, расскажете? Ну, да, я живу в большом городе, и там постоянно какие-то мелкие недоразумения случаются, и были случаи, когда действительно на ровном месте представитель закона в той или иной должности ожидал от меня какого-то дополнительного стимула в свое. Ну, как бы, если я себя чувствую правой, если как бы ситуация, случившаяся оговоренным законом, подразумевает законное решение, то извините.
собственно говоря, что вы от меня хотите? Почему я должна за это дополнительно платить? Причем платить нелегально, платить, коррумпируя данного конкретного сотрудника, и таким образом поддерживая его в концепции, что так жить можно и так работать можно. И его должность имеет дополнительную статью дохода. Да, я это стараюсь не допускать, конечно. Уважаемые слушатели, вы только что в эфире слышали Елену Прекрасную. Это та самая Елена, которая в состоянии постоять за себя и заставить систему быть такой, какой она написана на бумаге, а не такой, какой она у нас вроде бы на самом деле есть. Елена, спасибо вам за это. А от меня лично вопрос к вам. Вот как человек неравнодушный и разбирающийся во многом, ведь вы же из категории тех, кто успел подумать обо многом, даже о том, о чем не спрашивали. А скажите, вот это немножечко совсем в другую сторону, тем не менее, к завтрашнему дню. Сколько на самом деле, вот по вашему опыту, по вашим знаниям, по тем крупицам, которые вы собрали, сколько погибло во Вторую мировую войну наших людей? Вот эта цифра, которую от нас скрывают, которую никто нам никогда не скажет, и по поводу которой постоянно идет какой-то незаконченный спор. Вы знаете, я думаю, что человеку, не занимающемуся плотно историей, не именно историку-профессионалу, журналистов я в этом случае, не беру, да, именно историку-профессионалу, вот человеку, если он не является историком-профессионалом, не стоит сходу называть никакую цифру абсолютно. Возможно, это были 20 миллионов. Весьма вероятно, что это было больше, потому что население Советского Союза на тот момент было, велико, и погибли очень многие. В любой семье большинство мужчин того поколения не вернулись домой. И многие погибли в тылу. Многие погибли одновременно с этим еще и в лагерях за проступки, которые им были вменены так или иначе. Все-таки эта цифра была больше. Вот какие цифры? Я не думаю, что она была меньше, так бы не считать. По тем источникам, которые проходили мимо вас, которые вы так или иначе успели как-то отследить или воспринять, тем не менее, к какой цифре вы склоняетесь? Я думаю, чуть больше, чем названо 20 миллионов. 20 миллионов — это очень яркая цифра. Она вполне могла быть использована как специфический такой трагический пиар. И на самом деле могло быть больше, но не 50 миллионов, не 100 миллионов. Возможно, 20-25 миллионов действительно погибло так или иначе в ходе войны, в тылу, от голода, от ран в короткий промежуток времени сразу после войны и во время ее, и непосредственно на полях боев. На самом деле Медведев уже давно мужественно признает цифру... Медведев признает цифру в 27 миллионов, мужественно ее признает, хотя она тоже не является окончательной. Вы знаете, у меня у знакомых, у них в деревеньке на границе с Белоруссией, в Псковской области, есть домик. Мы туда иногда ездим, когда нужно убежать от цивилизации. Там вокруг несколько абсолютно пустых деревень. То есть они стоят в лесу, они заросли лопухами, там живут аисты на этих вот местах, где были деревни. Это абсолютно пустые деревни, которые до войны были процветающими колхозами с большим населением, они вымерли полностью. Это люди, не факт, что воевавшие. Там было очень много стариков и женщин, и детей, которые не ушли на фронт. Они просто были в зоне боев. И эта зона боев, вы понимаете, она была очень широкая. И не факт, что все то мирное население, которое было вовлечено в непосредственно боевые действия, оно было учтено корректно. Скорее всего, нет. Да нет, конечно, даже история одной конкретно Сталинградской битвы, когда не учитывается ни в коем случае количество людей, эвакуированных туда. Эвакуированные погибли в первую очередь, и они ни на каком статистическом учете Сталинграда не стояли. А их туда было эвакуировано даже по непроверенным нашим неискренним данным больше 2 миллионов. То есть 2 миллиона людей просто исчезли из статистики на примере одной Сталинградской битвы. А если рассматривать конкретно все военные наши маневры, даже не битвы, а просто, первые полгода вообще статистики не было, но 6 миллионов на Европейском театре военных действий мы потеряли. И потом долго не признавали этого. Официальная цифра была, что 6 миллионов боевые потери и 14 миллионов небоевые потери. То есть это те, кто, в том числе мирное население. А спрашивается, а по какому счету мы, например, считаем Прибалтику, которая с 1939 года стала
наши, мы их куда относим? И ту же самую Западную Украину, Западную Белоруссию и Бессарабию, которая стала частью Молдавии у нас. Это наши или не наши? Они в чьей статистике? Но вот когда кто-то объясняет, кто-то указывает цифру порядка 57 миллионов, в качестве одного из аргументов, которые дают некое представление о том, насколько это может быть правдой, почему Советский Союз не пошел дальше? Мы ведь вошли в Австрию, и в 1954 году из Австрии войска вывели. Почему мы не осуществили свою доктрину пролетарской революции всемирной? Вот он был шанс. Пожалуйста, не останавливаясь, дальше пошли, пожалуйста. Есть Франция, могли дойти до Испании, могли дальше выплеснуться в Северную Африку, забрать себе Иран. Почему мы не пошли на пролетарскую революцию? Не только потому, что не было сил в стране, была надорвана полностью экономика, и мы воевали ленд-лизом, а в том числе потому, что мы потеряли треть населения из 140 миллионов, а нас было порядка 140 миллионов на момент начала Великой Отечественной войны. Наши потери составили за 50. Неким было воевать. На один удар хватило, на вторую войну нет. Отчасти это тоже объяснение. Победу все-таки хватило. Она, конечно, далась чудовищной ценой. Да. Но да. На победу хватило. То есть цель, да, я не имею в виду политическую цель, я имею в виду такую мирную цель, которая, в общем, цель любой войны, это как бы врага победить, да? То есть формально враг был побежден, страна, развязавшая войну, сдалась, капитулировала так или иначе, ее руководство там было уничтожено так или иначе. Победили. То есть на это хватило. То, что не хватило на коммунизацию Европы, ну, знаете, слава богу, что вот больше не надо, потому конечно, что неизвестно, конечно, как повернулась бы история в этом случае. Конечно, конечно. И у нас с вами завтра один из немногих и, может быть, самый искренний праздник в году. Елена, я поздравляю вас с Днем Победы. Это тот праздник, который мы празднуем. У нас еще есть совсем немного времени. Владимир, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Да, Владимир. Хотелось бы задать вопрос по Nissan Note, по новой версии, которая будет, когда она будет? Она будет не скоро, потому что ее сначала производство развернут для внутреннего рынка, потом потихонечку начнут выходить на Европу. Даже если вдруг эта машина состоится, как машина для нас, она придет года через полтора, не раньше. И ее производство будет разворачиваться в Британии, на одном из английских заводов, там как раз у Nissan, у них плацдарм для вторжения в Европу. К нам она придет совсем не скоро, и все равно нужно будет выдержать целую паузу в год для того, чтобы ее научились там лорды именными отвертками собирать для простых русских ребят. А вот по текущей версии она как в 1.4? Она замечательная. Она замечательная машина, она очень удобная. Она некрасивая, но она очень удобная. Вот это та самая пара обуви, которую носишь и не замечаешь. Все, с Днем Победы!